привет! Я маленькая Вера. Давай поиграем. Всем привет, ребята! Пока тепленькие денечки, мы с моей куклой Лизой вышли погулять. Пойдемте с нами. Ну что, побежали? Мы сейчас с Лизой будем качаться на качельках, прыгать на батуте и еще много чего интересного будем делать. Лиз, ты хочешь попрыгать со мной на батуте? Ну, пойдем тогда. Лиза, чего такое? Наверное, тебя растрясло. Пойдем. Ну, Лиза, не плачь. А хочешь с горки прокатиться? Мама! Во, я как раз и горку вижу. Пойдемте туда. Так, Лиза, сейчас поднимемся, потому что осталось совсем чуть-чуть. И с горки прокатимся. Все, мы забрались. Лиз, как насчет того, чтобы по трубе прокатиться? Тогда ты съезжай, а я тебя внизу поймаю. Лиза, я тебя ловлю, съезжай! Ну что, Лиз, тебе понравилось с горки съезжать? Ну и хорошо, а теперь пойдем со мной. Хорошо летом покачаться на гамачке, да, Лиз? А теперь предлагаю пойти и покачаться на качельках. Надо посадить тебя так, чтобы ты не упала. Ну что, готово? Полетели! Главное, держись крепче, а не то сильно буду качать. Лиз, что такое? Опять укачала. Ладно, пойдем дальше. Не рыдай, сейчас отдохнешь в коляске. Жди меня здесь, я прокачусь один раз. Лиза, что случилось? Наверное, оно перегрелось. Надо срочно бежать домой. Малыш, если тебе понравилось, то нажимай на экран, смотри дальше. Пока-пока.